Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуется свежее видео по танкам. И перед тем, как мы с вами перейдем к вот этой кузнице, которая стартовала буквально 2-3 минуты назад, и обсудим все, что здесь есть, пооткрываем с вами контейнеры и посмотрим, что из этого получится, хочу сообщить следующее, особенно для тех ребят, кто уже давно подписан на мой канал и любит мои видео. Ребят, в день YouTube присылает вам не более 3 уведомлений о выходе новых видео. Все остальные видео, которые я снимаю для вас, вы очень часто пропускаете. Так вот, для того, чтобы вы их не пропускали, я планирую большую часть видео выставлять на этом канале. Ну а на втором канале, который вы видите сейчас на экране, буду выставлять все оставшиеся видео. В день у нас появляется новостей гораздо больше, нежели 3. Таким образом, ребят, вы уже можете, перейдя на тот канал, о котором я только что сказал, а именно на канал GSN Games, по ссылочке, которая есть в описании, посмотреть дополнительно 3 видоса, которые я сегодня там уже выложил. В частности, слив золота на рулетку с мега-контейнерами, которая пришла некоторым игрокам. Там же вы сможете посмотреть видео, в котором было открыто 50 вот этих бочек, и посмотреть результат того, что конкретно из этих бочек падает, насколько много танков можно оттуда получить, ну и суммарно на эти бочки было потрачено 22 500 голды. И это видео уже ждет вас на том канале. Ну и плюс к тому, там есть 3 видос в отношении теста режима 10 на 10. К чему этот тест ведет, вы посмотрите в самом видосе. Мое впечатление о данной игре и обсуждение вот этого квеста, в котором необходимо делать киллы, как раз играя в самом режиме 10 на 10. Переходите по ссылочке, ссылки на видео я оставил в описании, там же находится ссылочка на канал GSN Games. Таким образом, подписавшись на оба канала и прожав в колокольчике все уведомления с канала, вы не будете пропускать вообще ни одного видео из тех, которые я снимаю специально для вас. Спасибо большое за то, что поддержите и второй канал в его развитии. Итак, ребят, возвращаемся к теме кузницы. В отношении кузницы все очень просто. Я думаю, что все знают, что это такое. Для тех, кто не знает, для новых игроков, скажу следующее. Это слив ваших ресурсов. У вас есть ваши какие-то игровые ресурсы, дни прям аккаунта, золото, серебро, свободный опыт, бустеры всякие. И вот это вот все вы можете менять по определенному курсу на вот эти железные слитки. За эти железные слитки вы можете покупать награды, которые указаны в правой части экрана. Основной наградой данного события является М48А2 Раумфпанзер. И поскольку данной тачки у меня в ангаре нет, понятное дело, что часть своих ресурсов я потрачу на то, чтобы приобрести себе данную машину и поставить ее себе в коллекцию. Также я планирую часть ресурсов потратить на легендарный внешний вид для данной машины. Но раз его уже дают, то, как говорится, почему бы и не забрать. Пусть лучше Раумфпанзер будет в своем легендарном внешнем виде, с учетом того, что мне это, в принципе, достанется на халяву, потому что такое количество дней прем-аккаунта, а именно 730, мне, в принципе, не надо. То же самое касается бустеров, которые я рекомендую сливать первыми, и сейчас расскажу, какие именно. В отношении остальных наград, здесь есть контейнеры филигранные, в котором можно забрать себе с небольшой долей вероятности, а именно 0,25%, Бизон ТЦ-45, который является довольно неплохим танком на 8 уровне, если относиться к нему как к среднему танку, а не как к тяжелому. Ну и в целом дальше можно пособирать еще части сертификатов на разные машины. В частности, можно взять себе сертификатов на револьвера. И если говорить о двух других машинах, то револьвер, если мне память не изменяет, является машиной, ребят, коллекционной. А значит, вы сможете получить компенсацию голдой, что я лично считаю довольно-таки неплохо. В отношении бочек, как я уже сказал, если хотите посмотреть, что получается из открытия бочек, то переходите по ссылочке и увидите открытие целых 50 таких бочек. Есть фон профиля, есть еще один внешний вид, который, в принципе, на меня не производит, ну, прям вообще никакого впечатления. Ну и всякого рода бустеры. Хотя менять игровые ресурсы в виде дней прем-аккаунта или бустеров на какие-то другие бустеры, я бы сказал, не сильно выгодно. Даже если говорить о бустерах, которые необходимо сливать в первую очередь. Стоит также отметить, что для того, чтобы забрать некоторые награды, вам необходимо будет делать еще и победы. Помимо того, что собирать вот эти железные слитки, обменивая ресурсы, либо получать их за знаки классности,
в момент того, когда вы играете и побеждаете, вам еще необходимо зарабатывать вот эти вот, не знаю, похоже на наручники или пряники какие-то, да бог с ним, как оно называется. Факт в том, что суммарно максимальное количество за время ивента на слив ресурсов вы можете собрать 100 таких, я их буду наручниками называть. Ну и вот за счет вот этих вот наручников вы доплачиваете до определенных наград, ну и соответственно таким образом эти награды покупаете. Таким образом, для того, чтобы, допустим, забрать Раумфпанзера, необходимо 7500 вот этих железных слитков и 25 побед. Для того, чтобы забрать к нему легендарный внешний вид, соответственно 5000 железных слитков и 10 вот таких вот наручников. Короче говоря, что буду делать я? Я сейчас сливаю свои дни прем-аккаунта в количестве, необходимом для того, чтобы по максимуму получить этих железных слитков, но потрачу железные слитки с таким учетом, чтобы мне хватило на Раумфпанзера и на его легендарный внешний вид. Ну а все остальное мы с вами потратим на открытие вот этих контейнеров. По моим подсчетам, контейнеров мы откроем, грубо говоря, 166. И это действительно немало. Почему я буду открывать контейнеры, а не бочки? Ну, во-первых, не хочу потеть в победы лишнее время. Это первое. Второе, из этих бочек есть вероятность достать танки, но очень маленькая, 5%. Ничего другого более ценного здесь нет. Тут даже голды нет, которой можно поживиться. Хотя есть легендарные внешние виды, может быть, кого-то заинтересует. А вот контейнеры меня интересуют больше, потому что победы фармить нет необходимости, можно просто рассчитываться этими железными слитками. Ну и, соответственно, как я уже сказал, во-первых, может выпасть бизон ТЦ-45, за которого я получу компенсацию. Собрать револьвера, за которого я получу компенсацию, а это тоже восьмерка. И плюс к тому, здесь есть возможность получать голду от 100 до 2500 золотом, что тоже довольно-таки прикольно. Плюс бустеры на голду, которые я смогу реализовывать, играя на своих прямых трансляциях. Ну что, ребят, давайте будем начинать обменивать. И то, что я говорил, в первую очередь можно сливать бустеры на опыт экипажа. И я не понимаю, зачем разработчики положили сюда бустеры на опыт экипажа, с учетом того, что в последнем обновлении они в принципе сделали так, что любая тачка, которую вы только получили, ну вот допустим недавно я себе открыл новую машину, которая появилась во Франции, это у нас Project Murat. И на Project Murat я сыграл не так уж и много боев на своем основном аккаунте, а экипаж у меня уже на 100% прокачан. Короче говоря, скорее всего, когда разработчики готовили это событие, они забыли по поводу того, что вот эти бустеры, они уже вообще ничего не стоят. У меня этих бустеров целая 1836. И я без каких-либо сожалений сливаю полностью все бусты, получая 2745 бустеров, что в целом дает мне возможность сразу открыть 9 контейнеров. Плюс к тому, дни прем-аккаунта. Мне лично дни прем-аккаунта не нужны, потому что я не качаю никакие ветки, я зарабатываю свободный опыт, ну и в целом мне такое количество дней прем-аккаунта тоже не есть необходимым. Поэтому тоже все сливаем, получаем целых 54 тысячи данных железных слиточков. Обмениваем все это дело, ну и остальные бустеры я себе оставлю. Пусть будут, бустер свободного опыта само собой пригодится, бустер перезарядки оборудования, бустер для прокачки техники пусть тоже будет, вдруг захочу качаться вместе с иксами. Ну и теперь, друзья, давайте начинать открывать контейнеры. Как я уже сказал, контейнеров мы откроем более 160, а значит видос может быть очень долгим. Поехали. Первый контейнер. Забираю себе сразу 10 частей на револьвера. Наверное, стоит вот так вот зайти, для того, чтобы быстрее открывать было. Второй контейнер я буду дропать. Сразу 100 голды. Уже неплохо. Уже неплохо, и я сразу буду себе записывать, что я получаю. Получаю на Матильду Black Prince. Данная машина не является коллекционной. В коллекции она у меня уже есть, поэтому если вдруг когда-нибудь разработчики сделают ее все-таки коллекционной, то я смогу ее обменять. Опять Матильда Black Prince. Целый миллион серебра, что, кстати, неплохо. И опять-таки 5 частей на револьвера. Едем дальше. Следующий контейнер. По следующему контейнеру я получаю себе 5 частей на Тигра 131-го. Кстати, неплохо, а почему бы и нет? Ну и открываем следующий контейнер. В следующем контейнере еще 5 частей на Тигра 131. Дальше идем.
Следующая машина у нас опять части на Black... на Matilda Black Prince. Дальше Т-44-85. Тоже премиумная машина. За нее вы не получите компенсацию золотом. Т-44-85. Дальше еще 100 голды. И если я правильно увидел, то на револьвера опять-таки части. И давайте все-таки посмотрим. Тигр 131 у меня 45 частей. Но ради интереса хочу посмотреть Тигр 131. Вот честно, ребят, не помню, является ли Тигр 131 премиумной или все-таки коллекционной машиной. Итак, смотрим. 131, кстати, тоже является коллекционкой. А значит, собирая его, я опять-таки получу компенсацию золотом. Возвращаемся к нашей теме. Контейнеров, я говорю, возвращаемся и поехали открывать дальше. Ну, то есть получение частей на того же самого тигра, это тоже довольно неплохая прибавка к возможности получения себе дополнительного золота. Потом обязательно обменяем все собранное и посмотрим, что у нас с этого получилось. Едем дальше. Слушайте, на тигра, конечно, падает по пятерочке, но падает, ребят, падает по чуть-чуть. По чуть-чуть капает, а я еще даже до 50 тысяч в остатке по слиткам не дошел. Забираем Матильду, забираем Тигра, забираем еще 15 частей на Тигра. Вот мне интересно, сколько я уже собрал на Тигрика. Итого, ребят, плюс 10 частей, 85. Практически Тигр собран. Осталось 15 частей на него. Вот они, Тигр собран. Теперь давайте ради интереса выходим. Смотрим на Тигрика. Что у нас здесь? Забрать. Ну и, соответственно, что мы делаем? Мы это все дело переходим ко мне в хранилище и смотрим, что получаем. Использовать. 500 голды как с куста. Записываем себе 500 голды в общую копилку. Смотрим на Матильду. Пятерочки не хватает. В отношении револьвера не хватает 56 частей. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Едем дальше. Собираем дальше машинки. Ну и, соответственно, смотрим, а выпадет ли? Выпадет ли все-таки Бизон? Я хотел бы получить 3750 все-таки с этого контейнера хотя бы один раз. Ну, за такое количество контейнеров один раз машина-то точно дропнуться должна. Следующий контейнер. 250 золотом. Ну, Т-44-85 я тоже однозначно соберу, ровно как и Матильду Black Prince. 100 голды. Еще на Тигра пятерочка. 15-250. Блин, ну слушайте, падает довольно неплохо. Мне лично гораздо больше нравится, чем то, что выпадало из бочек. Это так, забегая наперед. Сейчас посмотрим, сколько у меня частей на какие танки. Итак, на револьвера 45. Я так понимаю, что, скорее всего, есть другие части на револьвера, которые собираются именно отсюда. И те 45 частей, которые я видел, они в учет сюда не идут. Тоже, кстати, необходимо было учесть, но в этом я убедиться не мог. 125 частей, то есть Матильду Black Prince я уже собрал, и если бы у меня ее не было, то 100% первая машина бы уже была, да и плюс Тигр точно был бы. 50 частей на револьвера. Половину револьвера уже собрали, то есть 3750 тоже у меня практически в кармане. 60 частей. Едем дальше. Что у нас здесь? Здесь Т-44-85. Ну, тут всего 55 частей собрали. И открываем контейнеры дальше. Есть еще на Матильду. Ну, Матильда не сильно интересует. Но где же все-таки Бизон? Где Бизон? Дайте мне Бизона, пожалуйста. Мне нужен Бизончик. Забираем. Не выпадает Бизон. Ну никак. Никак. Ну 0.25, ребят. 0.25, если я правильно помню, да? 0.25 же. Да, 0.25. Очень мало. Очень мало. И голдишки. Пока максималка выпадала 250. Ну, может, повезет. Может, выпадет и 2500. Кто его знает. В конце концов, я сливаю... Сколько там получается? 2 года прем-аккаунта. Это не так уж и мало. Ну, и, в принципе, там 1800 с копейками абсолютно никому не нужных бустеров. Но... Нет. Но... Не хватает буквально големы. 25 частей не хватает на Т-44.
Black Prince продолжаю собирать, уже 140 частей собрал на него. Есть еще части. Нету. Давайте буду пытаться проскипывать, потому что тема будет долгая. На револьвера еще пятерочка, еще на 131-го, Матильда. Матильда, да хватит мне Матильду давать в конце концов. На 131-го, кстати, практически второй раз уже машину собрал, ребят. Это еще дополнительных 500 голды в копилку. Матильда и револьвер. На револьвера не хватает 20 частей. То есть 3750 уже, можно сказать, на подходе. 15 частей не хватает на товарища 131-го. 144-й. 500 золота! 500 золота! Вот оно, пошло на увеличение. Новая максималка из данного контейнера. 160 частей, то есть Матильду, в принципе, можно будет потом приберечь для того, чтобы обменять на золото, как я говорил, если вдруг сделают коллекционкой. И не хватает всего 10 частей до револьвера, чтобы получить 3750. Едем дальше. Матильда, револьвер, 10 частей. Вот оно, вот оно. Переходим к револьверу. И что делаем? Матильда, бог с тобой, тебя трогать не будем. Собрали тигра, забираем тигрика. Переходим на тигра и получаем использовать еще 500 голды за данную машину. Плюс револьвер, где он тут у меня лежит. Револьвер, ты где? Вот он, револьвер. Объединяем. Или как там? Револьверизе. Вот так, ладно. Использовать 3750. 3750 дополнительно в копилку. Пока, ребят, я лично считаю, что обмениваю свои игровые ресурсы, которыми не дорожу, ну, я бы сказал, довольно-таки выгодно. Я лучше эту голду потом потрачу на создание все нового и нового контента специально для вас. Еще 250 золота и еще 15 частей на 131-го. Дальше. Вот он! Вот он! Вот он, Бизон ТЦ-45. Забираем Бизон ТЦ-45. Смотрим. Сами там на калькуляторе посчитаете, но поймете, сколько приблизительно у меня ушло вот этих вот слитков. Я сейчас мучиться не буду с калькулятором. Сколько слитков у меня ушло на то, чтобы до Бизонте добраться. Ну и, соответственно, давайте посмотрим по компенсации за Бизонте. 3750. Итого получается, с двух танков я уже получил 7500 голды, собрав себе револьвера и собрав себе, ну, забрав себе Бизон ТЦ-45. Едем дальше, в запасе еще, мама, не горюй, погнали дальше обналичивать все это дело на золото. На тигрика продолжаю собирать, то есть 500 голды тоже где-то там как-то упадет. Кстати, надо посмотреть на Т-44, я собрал его, кстати, уже. Так что в целом был бы еще один танчик в коллекции. Матильда, практически две Матильды собрано. Жаль, что они не коллекционные. Вот были бы коллекционные, было бы все гораздо интереснее. Тут бы голды было побольше. Атрибут ангара, ребят. Атрибут ангара. Кстати, смотрится в ангаре довольно-таки неплохо. Мне лично данная машинка нравится. Гораздо интереснее, чем многие другие атрибуты. Следующее. Опять на револьвера. 10 частей. Глядишь, может, еще одного соберу. А плюс еще Бизон, глядишь, выпадет. Раз я открыл приблизительно 50% того, что у меня было для того, чтобы Бизона забрать, может, игра мне еще накинет Бизончика для того, чтобы я получил еще 3750. В целом, ребят, вот эти контейнеры я лично считаю самыми толковыми из того, что есть в наградах. Ну, кроме, понятное дело, самой главной награды, это восьмерки. И я уверен, что у большинства игроков хватит, в принципе, сил и игровых ресурсов на то, чтобы себе данную восьмерку забрать. Если у вас ее нет, то, соответственно, ребят, на халяву практически получить данную тачку очень даже неплохо. Но это мое скромное мнение. А вы свое обязательно пишите в комментариях. Пока дропаем. Опять Матильда. Пополняю свою копилку серебром. На револьвера 55 частей. Тоже, кстати, довольно неплохо. Косарик, ребята!
косарик падает дополнительный. Ну, слушайте, вот он, новый рекорд. Уже поднимаемся, уже выше. Уже больше, нежели 250, и сотка. Еще 500 голды. Блин, ну, слушайте, сегодня, по-моему, мой день. Однозначно сегодня мой день. Забираем следующее. На Матильду. Едем дальше. Еще Матильда. Еще 2500! 2500 голды записываю себе. Ребят, потом на калькуляторе обязательно все это дело собьем. Потратим. Потратим тройку-другую времени на это. Но, по-моему, оно того стоит. Для того, чтобы понимать, что в итоге я получил. Дальше Т-44. Опять револьвер, это очень хорошо. Т-44, блин, сколько Т-44 я уже собрал? Ну, два танка точно я должен был забрать. Пятерочки не хватает, до 500 голды за 131-го. Матильда. Матильду я забрал уже практически два с половиной раза. Ну и все, вот он. Вот он танчик. Потом это все дело обналичим и посчитаем дополнительную голду. Пока гоняемся за бизоном и ждем на револьвера. А на револьвера давать перестала. И мне это не сильно нравится. Я хочу. Хочу себе револьвера. Главное сейчас не заиграться и не уйти совсем далеко. Для того, чтобы мне все-таки хватило на то, что меня интересует. Так-с. Нету. Опять нет. Да что ж такое-то? 20 тысяч осталось, ребят. 20 тысяч. Матильда, слушайте, на револьвера перестала давать. Вот, наконец-то. 15 частей не хватает. 15. На секунду выйду, так чтобы не ошибиться. 7,5 тысяч плюс 5 тысяч. Это получается 13 косарей. Правильно я понимаю? Нет, не 13. Стоп, стой, что я тут насчитал? 2,5 сюда, 12,5 тысяч. 12,5 тысяч это вот мой край, ниже которого мне нельзя сейчас выходить. Для того, чтобы... так, потом с этим разберемся. Для того, чтобы не остаться без двух главных наград. Хотя, в принципе, можно будет потом за счет чего-то докупить. Там, допустим, за ту же самую свободку. Ну, в общем, плюс еще немножко поиграть. Там дальше разберемся. Но в любом случае 12,5 необходимо оставить. Открываем. Хочу револьвера забрать. В бизон-то я уже не верю, но за все время один раз бизон-то все-таки выпал. Это уже обрадовало, потому что, честно говоря, веры в выпадение данной восьмерки у меня, в принципе, не было. Есть на револьвера. Единственное, что не обратил внимания, сколько конкретно. Есть еще на револьвера. Все. Заберу еще 3750. Ну что, крутим дальше. Мало ли, что мне. Вдруг повезет. Вдруг все-таки будет еще. Или голдишка какая в размере 1000. Или может даже 2. Или может 2,5. Или может бизон все-таки выпадет еще разок. Открываем. На револьвера 1000, получается 120, ну 80 частей не хватает, это очень много. 100 голды, 100 голдишки дописываем себе в копилочку. Так-с, но давай, давай, родимая. На револьвера 130 частей. Блин, по-моему, я потом заиграюсь и под конец всего этого события посливаю все, что совсем не надо будет. Два раза, получается, будет по тигру, то есть косарь заберу. Но, эх, нету. Ну все, начинаю, ребят, подходить к финишу. Долговатый видос, конечно, получился, но по-другому никак. 160 с копейками контейнеров открыть быстрее просто не получается. 13 тысяч с копейками. 12 900. Забираем. Ну и я так понимаю, что в принципе могу сделать вот этот вот один прокрут. У меня остается на счету 12 тысяч...
12645. Мне их, в принципе, хватает. Осталось только сделать, в принципе, 35 побед. И в целом главные награды у меня в кармане. Все остальное, как я говорил, меня здесь абсолютно не интересует. Теперь давайте обналичим то, что у нас было. Забираем. Переходим сюда. Ну и, соответственно, меняем это все дело. Используем раз. И, соответственно, используем 2. Того получают дополнительно 1000. Теперь в отношении револьвера. На револьвера смогли собрать. Объединяем. Ну и, соответственно, где он там? Не понял. А, вот он. И, соответственно, используем еще на револьвера 3750 голды. Если вы позволите, я возьму небольшую паузу. Перед этим только посмотрим. Я собрал себе практически 3 Матильды. И собрал себе практически, ну не практически, а просто собрал себе 2 Т-44-85. Вдруг когда-нибудь станут коллекционками, соответственно, получу себе дополнительные золотишки. Вот так вот, ребят, получается. Я это все дело объединю. Пусть оно у меня висит в виде сертификатов. Как вы видите, у меня есть уже сертификаты на другие танки, перевод которых в коллекционке я также ожидаю. Ну и, соответственно, пусть себе лежат в хранилище. Все эти танки у меня присутствуют в коллекции. Ну а если коллекционками станут, то тут у меня есть, допустим, 8-1, 8-2. Короче говоря, голдишки еще дополнительные подниму. Ну что, беру паузу, считаю на калькуляторе и сразу возвращаюсь к вам. Короче говоря, ребят, посчитав все это дело на калькуляторе, я посчитал, и у меня вышло, что слив свои дни прем-аккаунта, слив абсолютно ненужные мне бустеры, оставив себе в запасе железных слитков в достаточном количестве, чтобы открыть себе танк, которого у меня нет, кстати, за который вы можете получить компенсацию голдой, тоже 3750 золота, если он у вас есть, плюс оставив слитков на его легендарный внешний вид, чистоганом я получил ровно 19 тысяч золота. Что я лично считаю очень даже клевым обменом ненужных мне ресурсов на очень нужное всем нам золото. Чего и вам желаю. Пишите обязательно в комментариях свое мнение. Напоминаю по поводу того, что на втором моем канале, на который тоже рекомендую вам подписаться, вас уже ждет еще 3 дополнительных видео, которых вы на этом канале не видели. И все это я буду дальше снимать в таком же количестве специально для вас. Ну а если подпишетесь на оба канала и прожмете на колокольчик, то будете получать уведомления полностью обо всех вышедших видео, в которых я являюсь автором. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.